когда была беременна, мне кажется, я думала, что нет, я никогда не забуду вот это ощущение, когда он шевелился в животике, когда он бил меня своими пяточками под ребра. Но прошло, наверное, всего недели две после родов, и уже ничего не помню. Максима мы не ждали раньше 20 июля. 10 июля мы пошли гулять и прошли километров 15. Но это так легко было, так хорошо гулялось. Видимо, после этого Макс понял, что отсюда надо валить. И все, и ночью я разбудила Костю со словами: «Дай мне капли воды!» Он был очень-очень маленький, то есть я когда представлял маленьких детей, я думал, что они где-то раза в три побольше. Вон что делает она. Смотри, не выпустим пацана-то, Юля. Он очень активный, очень веселый, очень контактный, улыбчивый. Теперь я самый классный, ма. Вот такой, да. Никогда не думала, что я буду изучать марки грузовых машин, легковых машин, что я буду знать все про машины. А знаешь, чем отличается погрузчик от экскаватора? У нас любая прогулка начинается с променада по парковке. Мы ходим и тыкаем шинники. Открытие, что центр вселенной находится в другом месте, что он как-то смещается в другую сторону, и все теперь крутится вокруг одного маленького человечка. Так что у нас теперь своя солнечная система. И один Сапсон. В Питер мы поехали, боялись, что все время Максим будет плакать. Ну, на самом деле, все прошло как по маслу. Ели в кафе, Максим просто завтракал, обедал и ужинал. Он каждой официанткой заигрывал, просто с каждой просто официанткой. Какой-то кошмар. Жесть. Очень любит рыжики.
думала, что я могу так сильно любить. Да, то есть ты... Оказывается, могу. И так, никогда не думала, что с работы так хочется идти обратно домой. В смысле? Сейчас год и почти один месяц. Прям почти. Каждый день какая-нибудь новая умелка. Максима, покажи, как ежик делает. Максим, чтобы ты был здоров и счастлив, давай будем вместе дуть вот так. Давай. Раз, два, три.